Седьмой год ученики первой школы выходят на улицы города, чтобы напомнить десногорцам, что жизнь человека – это самый большой дар, что соблюдение правил дорожного движения может уберечь как водителей, так и пешеходов от несчастных случаев. Сотрудники ГИБДД всегда помогают им в этом. Хотим напомнить всем участникам дорожного движения о том, чтобы вы вели себя на дорогах предельно внимательными, берегли себя, своих близких, а также напоминали всем остальным, что это необходимо для нашего города, что это их же безопасность прежде всего. И на будущее пожелать им удачи. В акции приняли участие дети с 11 до 18 лет. На руках и лицах ребята всем желающим рисовали зебру. И водители, и пешеходы с удовольствием общались с детьми и сходились в одном. Напоминать десногорцам о правилах дорожного движения необходимо. Мы против нарушений на дороге. Мы хотим подарить вам памятку водителя, чтобы никогда не нарушали правила. Вот. Очень необходимо, конечно, чтобы водители не нарушали, видели детей. Ну, такую акцию надо проводить почаще. Будет полезно лишний раз напомнить о правилах дорожного движения. Нужно, конечно, чтобы люди знали, дети тем более, и взрослые тоже. Поэтому как без этого? Мне нарисовали зеброчку и памятку дали. Я считаю, что должны все знать правила дорожного движения, все. Сами воспитанники лагеря не сомневаются в важности проведения подобных акций. Я считаю, что это нужно и пешеходам, и водителям, чтобы знать правила дорожного движения и больше никогда их не нарушать. Я обращаюсь к пешеходам, чтобы, когда они будут переходить дорогу, чтобы они всегда останавливались и ждали, пока остановится машина, потому что это все может оказаться плачевно, и все обратно потом невозможно будет вернуть. Педагоги уверены, что проведение подобных мероприятий несет большой воспитательный эффект. Когда мы проводим инструктаж, когда объясняем цели, они очень внимательно слушают. И, кстати, тут большой воспитательный момент наших же воспитанников. Услышат нас пешеходы и водители или не услышат, мы не знаем. А наши ребята, воспитанники лагеря, нас услышат точно и уже запомнят. Это станет для них опытом и, может быть, приведет к тому, что они будут более ответственно относиться к такой вещи, как правила дорожного движения. Мы уверены, что такие акции помогут водителям и пешеходам взаимно уважать друг друга.